Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в BioShock Infinite. В прошлой серии мы замочили таки Sub-Zero, это оказалось не так-то уж и сложно, но сам он был простой, честно говоря, пару тычек ему в голову сделал, все. А вот обвязочка, которая вокруг него бегала, была такая проблематичная, чуть меня не замочили собаки такие. Ну, в принципе, замочили разок, там бабы на меня напали вообще, ты что, там какая-то вообще бабская община была. С дробанами или с чем они там бегают. Ну и нашли парочку полезных энергетиков, вот, с помощью которого мы можем одного из них заморозить водичку. Что я считаю неплохо. Вы вернулись, говорят, в павильон, первый этаж. Ну хорошо. С охладителем покончено, Дед Мороз оказался у нас в руках. Пришло время подойти к монорельсу. Отлично. To the tram, как говорится. Посмотрим, что нам там покажут. Разберемся в любом случае. Я думаю. Установите на микроволновик улучшение. Чё они там несут? Так. И, кстати, я, наверное, понял вообще, в чем суть-то этой туф... чьей туфля. Так. И какое-то снаряжение нам тут еще подкинули. Волшебная пуля. Урон от критического попадания возрастает, и появляется шанс избежать затраты пули. А вот это вот мы и используем, я думаю. Так, ну давайте сначала все-таки уже соберем, наверное, какой-то сет полезный. Что у нас там? Дурной глаз. Повышение урона от оружия после каждого убийства. Так, это пускай будет, что у нас здесь есть. Рукопашка, фиг с ним. Простая шляпа. Ага, сейчас. Дурной глаз. Так, используем. Так, что у нас здесь? Плазмиды, ловушки, херня. Сбежать затраты пули. Так, вот это используем. Тут, что у нас? Убийство противника. Плазмиды. Угу. Перезарядка оружия. А, вот это вот, наверное, надо будет использовать. Ага, берем. И что-то у нас? Ботинки. Ботиночки. Ну ладно, возьмем, если вы цепляетесь. В любом случае, ничего другого у нас из ботов-то и нету. Так, ну что, здесь вроде все. Так вот, о чем я, собственно, говорил-то. Я так подозреваю. Ф, Ева. Ева можем подобрать. Ну давай. Я... Это то, что надо. А еще... Не дадут? Не дадут. Я так подозреваю, что все-таки не зря она Элизабет названа, вот эта вот девочка. Почему? Потому что, опять же, вспомните, был такой... А вот еще Ева выскочила. Вспомните, что Букер все-таки потерял опять дочь, которую должны звать Анька. И после этого, скорее всего, он опять же себе на руке нацарапал там иди. И почему она назвалась Элизабет? Опять же, ее, скорее всего, кто-то похитил, какая-то собака. И вот что с ней сотворили, вы видите? Вот. Мне кажется, что все это не просто так. Я подозреваю, что Букер... Какая-то ипостась Букера Девита, опять же, присутствует, существует. Но разберемся уже по ходу игры. Сделал мост. Вот, сделаем вот так вот. Why risk life and limb? This is part of the job. You owe me no explanation. She's just another orphan. After Fontaine went down, City was lousy with him. And? I don't know. You have a reason for every stupid thing you've ever done? She started showing up, looking peaked. More fool me to feed the brat. Should have known she would have never. How did you lose her? It's none of your business. Так Букер все-таки как-то связан был. Ё-моё, я ничего не понимаю. Ну ладно, я думаю, потом разберемся. Так, чувачила. Тебя тут деньжат накидали. Я, тебе они уже не нужны. Вот, а я себе возьму. Ты не против? Ты не против. Я тебе даже голову отстреливать не буду. Так что, казалось, что там что-то блеснуло, а мне... О, гляньте, он сам играет. А? Что такое? Станция Павильон. Ну, давайте здесь тогда обыщем все, обрыщем. Как мы это любим. Сигу труху выкурил. Ну ладно. А он не собирался, но так получилось. Так, еще у нас здесь.
какая-то маячня. Брюки, посмертное пособие. Убийство в рукопашном бою дает немного очков здоровья. Казнь в рукопашном бою приносит больше очков. Ну, я рукопашками не пользуюсь, поэтому брюки оставим те же, что и были. Вот, а на ноги надо бы что-то найти. Я так считаю. Я бы что-то нашел. Так, что тут у нас еще? Сумочка что-то валяется там. О, отмойку нашел. Нормально так, все обыскали. Труп пешника. Может, еще что здесь лежит? Надо же присмотреться. Давайте еще раз осмотрим. Я думаю, все. Да? Поэтому давайте пойдем. Ох ты, ё-моё. Опять бац и сфера. У-у-у. Любезно предоставленный рычажок. Потянем. Ну все, покидаем этот район. Ой, куда ж нас дальше судьба-то привезет, а, Элизабет? Давай смотреть. Присядем на диванчик. Ну так. Присаживайся. Something about you doesn't sit right. Yes? Wouldn't peg you as the rapture type. Not even a little. If you mean I have no interest in joining the Andrew Ryan book club, you'd be right. Да я тоже не говорю. Угу. Да. Так ты присаживайся, чё. Нормально. Я тут на кортах сижу. You asked me how I lost Sally. I gamble. Took her somewhere kids got no business being. I was winning. A place like that, you don't let a kid out of your sight. But you did. Yeah. Oh, God. We are. But the million-dollar question is, what's she to you? I have an interest in reuniting you with her. Isn't that reason enough? Ну, спасибо. Ладно. Так. Тогда цели мы как-нибудь сами разберемся, наверное. А не разберемся, будем тогда нажимать. I can only imagine what they would do with a child in a place like this. Cohen's halfway to Splice Town. Probably thought putting a child in prison would be high art. The sooner we find her, the better. Да, не говорит. Твою. Там какое-то чудо там залезло, малое. Так, пора тебе уже умирать. Это вот плохо, что они не умирают, не убиваются сами. Мне это очень нравилось в оригинальной игре. Ну да, залезла там что-то куда-то непонятно, какую-то вентиляшку, канашку. It shows there are more vents like this one in electronics, the bistro, returns, the book department, and the appliance show floor. So, if she's in there, there are only six vents she can come out of. Да всего-то сейчас разберемся, не волнуйся. Now there are five. All these vents are connected to the central heating unit. If we close them off and turn the heat up, she'll be forced out through the central exhaust. It's the only exit. You want to. Ну, выкурим правильно все. Вот это правильное решение. Чё это не пойдет? Все нормально. Закроем вот это. Чё у него там за фоточка? Я не понимаю. Какой-то дамы, наверное. Так, выбрать другое задание. Да, не, мы все по порядочку сейчас сделаем. Так, монеточка лежала. Еще одна. Все, вроде больше ничего, да? А, пылесос рекламирует. Фонтенвак. Так, что тут у нас можно? Комод осмотреть. Да нормально все. Ух. Отмыка. Что здесь вообще происходит, я не понимаю. Чувака кормили до смерти. Это да, это конечно прикольно. А это что? Телевизор смотрим до смерти. Ой, как все это интересно и увлекательно. Так. Что у нас тут еще? Оружие, которое нам не надо. Грузовые крюки.
где-то лежат, но я их не, ну, в смысле, висят. Не вижу, как всегда. Побежали. Чё, не волнуйте артистов с какими-то муданами. Все хорошо. Так, дробача, конечно, можно было бы взять, но я не хочу. Давай, открывай. Замок шпилечкой. И не трась мои отмычки, пожалуйста. Что я там мог взять? Ладно, не важно. Так, я вижу там каких-то, какое-то мудачье. А, ну все ясно. Over there. Вижу. Ух, как говорится. По-моему, я не попал, да? Твою мать, с одной пули. А там какой-то зверь, да, находится? Понимаю, ну. А, ну-ну. Иди сюда. Иди сюда. Ни хрена себе. Какой вертка? Пошел. Блин, он меня подмочил прилично. Да я знаю. Меня тут чуть не замочили, блин. Так, ну вот наш любимый торговый автоматик, который мы можем пополнить. Так, давай-ка аптечный набор возьмем. Ай! Нахрена. Так, ну давай возьмем уже боеприпасы для карабинчика. Который мне, в принципе, не нравится, как работает. Ну и все на этом. Так, а больше там ничего нет, никаких не отмычек, да? Ну, вот. Я бы купил, если бы продали. Так, где этот уродец? А, у него отмыка есть, это хорошо. Какой-то YouTube тут. Непонятный. Так, и вот голософончик. Ага, запись 3958. Осталось только дверцу найти. Так, найдите микроволновик. Владелец кафе спрятал микроволновик в чулане неподалеку. Чтобы открыть дверь, используется код. А, хорошо. Так, Духовка будущего. Берт Тугнер, 20 ноября 1958 года. Место электроника. Духовка будущего, да? Вчера вечером малец добрался до микроволновика, чтобы его. И давай все, что не попадя, жарить. Яблоки, зефир, ложки. Веселился себе, пока пекинес моей жены под руку не подвернулся. Ах, он пес. А с женой мне потом разбираться. А, ну, я спрятал эту хреновину под замок. Надо только код не забыть. 3958. Хорошо. Вау. Хрена себе у вас тут. Что ты сказала? А, отмычка, блин, чуть не пропустил. Ты смотри. И на него посмотрим. Хорошо. I will pay a dollar, как говорится. Так, мы оттуда пришли. Можно здесь за крючок зацепиться. Но нам-то больше и некуда идти, да? Так, здесь, мне кажется, лучше не ходить. Потому что здесь что-то какое-то лепестричество. А вот Энка не показывает сейчас, куда идти нужно. Это странно. Это очень странно. Ладно, бежали. Я думаю, что нам сюда больше особо некуда. Но сначала в торговом автомате потусуемся. Может, что-то лучше. Что тут мы можем? Улучшение длительности звена. Ага. Снарядная кровать, обширная площадь. Нахуй надо. Так, ну ладно, вообще, может быть, воспользуемся этим, но как-то денег маловато. Так, притяжение мустангом, сколько шуржаки, при промахе заряд рикошетом летит дальше, ага. И цепная молния, прискакиваешься на урока. Ладно, я потом, когда если много денег будет, может, там деньги на что-то другое пригодятся. Ну, наверное, эти какие, что они мне дадут? Куда я могу? Ничего. Ага, ничего. Есть. Есть здесь куда пойти. Так.
Ладно, пошли сюда тогда. Найдем микроволновик. Так, стоп. Готово. Тут уж еще должен быть. Да, вот он. Ё-моё. Блин, если она еще раз сейчас пальнет, то... А это все. А лучше так. Так. На тебе. Короче, я называю это избиение младенца. Ну а что делать? Здоровье вообще вон под ноль стало. Надо, может, будет вернуться до... подлечиться. Ну, пока здесь все обыщем. О, боеприпасики поимел. Вот. Вот. Вот так. Это что такое? Сортир, что ли? Прямо не отходя от кассы? Чё вы говорите? И винтов поднабрали. Так, плюс Ева. Я бы еще что-то... А, кассу нужно. Что здесь? Ничего. Официантки какие-то злючие вообще попались. Я им даже ничего не заказывал. Они мне уже угощение, понимаешь, приносят. И угощают пульками. Я этого не люблю. Так. Так, там мы были. Все нормально. Наверное, вообще нужно как-то с пистолетом, может. Вот так вот. Вперед! Так, вон одна из них, которую нужно закрыть. Давай, работай. Вон того. Ах, он пес. Помогай. Фух. Не, тяжелее здесь боевка вообще конкретно, как я уже и говорил. Прилично так напрягает. Все, больше никого нету, можем медикаменты использовать. Я так понимаю. Ну давай. Так, закрываем эту решетку. Аптечные наборы вообще еле-еле восстанавливают. Так, автоматическую группу можно восстановить уже опять. Джи. Голосопончик. Это радар рейндж. Never could figure out if the thing's designed to cook a turkey or a splicer. Damn door's got a key code lock. А, так вот мы и нашли. Кодовый замок. Угу. 3958, по-моему. Ну давайте сначала послушаем запись вот эту вот. Поцелуйчик, блин. Ширли Вумек. Это, по-моему, фотка была вот этой вот бабы, по-моему, там в руках. 3 мая 1957 года, полтора года назад. Место кафе. Я могла думать только об одном. В каждой капле слюны миллионы бактерий. А он почистил зубы. А вдруг он взялся за дверную ручку, а потом коснулся губ. Я неделями ждала этого поцелуя и все испортила. Ах ты. Какая-то женщины. Что ты хочешь? Так, не-не-не, бренди не буду, портсигарчик посмотрим. Холодильники. Пустой холодильник. Духовка. Горшочек. Так, 3958, да? Ну давай. 3, 9, 5. Есть! Вот и он, микроволновик. Давайте посмотрим вообще, как он стреляет. Хрена себе. Хо-хо-хо, а это мне нравится.
Так, я же вообще заказывал автоматическую пушку, по-моему. Не, я возьму эту штуку. Меня она устраивает более чем полностью. Типа дробана. О, потому что этот, как его... Карабин здесь вообще ни о чем совершенно. Поэтому давайте лучше пользоваться им. Ну и пистолетиком тоже. Только что, конечно, плохо, для него очень мало патронов. Так, подожди, а там ничего кроме микроволновика этого не было? Кто там орёт? Там еще кто-то есть? Так, здесь? Ну-ка. Что ты там заметил? Я ничего не вижу. А, отмычку про... Ё-моё! Так, здесь больше нету ничего. Только здоровьица можем пополнить все. Ну вот это вот мне понравилось, как их там распидорасило во все стороны. Ну и поэтому будем пользоваться этой хренью. Ну-ка. Тем более, что им целиться, в принципе, легко. Тратится, конечно, патроны неплохо с него, но вообще нормально. Чек. Коробочка с зайчиком. Так. Нам нужно нагреть прыгать. Успел меня выстрелить. Собака такая. Да ёпарус. Ой, ё-моё. Здесь пригодится микроволновик. Это вещь. Да просто вещь. Так, ну и что? Еще вроде кто-то желает. Или все уже? Или все уже довольны здесь лежат? Ну ладно, молодцы. А, сейчас. Какого модификации мы можем использовать? Вот на что я деньги и хранил. Так, ускоритель. Урон возрастает на 25%. И выстрелы микроволновика замедляют врагов. Вот это вот то, что нужно. Сейчас мы все бабки и потратим. Так, только может еще, наверное, пистолет можно. Так, боеприпасы для ручной пушки. Это просто боеприпасы. Так, поэтому покупаем еще модификацию. А вот и купим еще боеприпасов для него. Все. Дорого, говорят. Так, ну ладно, денег-то мы найдем еще. Вот это вещь. Так, подожди, какие-то там коробки. Ну, целый доллар чуть не пропустил. Новые трупы, что ли, или я их уже обыскивал? Ну, новые. Ну, новье. Что? Где? Элизабет, где? Я не вижу. Слушай, а может быть, как-то эту воду заморозить получится? Ну, сейчас мы здесь можем гулять. Так, дикий мустанг. Твою мать. Фу. Вообще убер оружие какое-то. Так, мустанг мне не нужен. Так, отмыку поимели. Но мне казалось, что здесь еще одна должна быть. Она же говорила, типа,
Или она может про это говорила? Про дзыкового мустанга? Я, в общем, не знаю. Ладно. Ладно, здесь я больше ничего не вижу, поэтому... Стоп. Там куда-то туда. А, решетка еще одна. Хорошо, что я Энкой воспользовался. Так, ну что, выскочит еще кто-нибудь? Так, ну нам туда, логично. Так, что у нас там? Не с этим. Еще три решеточки нужно найти. Ну ладно, давайте пойдем по порядку. Нам же сюда, да? Угу. Да не, это я хотел нажимать. Так, колясочка поехала. Что так это она подозрительно катится? О-о-о, кто-то дитя спалил. В духовке явно запекали. М-м-да. Ах вы, ублюдки. Странные люди, хочу я тебе сказать, Элизабет, да? Так. Ну пошла загрузочка опять. Я уже слышу, как там шуршит товарищ Винчестер. Так, медикаменты — это хорошо. Ну вот приманочку мы организуем. Ой, и вот это вот я вам сделаю. О, как я это люблю. Так, еще. What exactly were they trying to keep out? Я не знаю. Кого они там отгораживались? Так, приманка почти сработала. Что тут написано? Шш, он внутри. Кто, какой-то там король игрушек? Я даже не знаю. Но мы узнаем. Добавить не надо. Так, а вот монетки я подобрал. Потому что их вообще кот наплакал. Так, эту мы отмычку откроем, конечно. Нам типа вообще вот туда, что ли? Подожди, куда нам? А, туда. Угу. Ладно, значит, мы... значит, сначала сюда. Заканчиваются припасы уже на этот микроволновик. Так, мутант здесь, ага. Мутант худеет, вы гляньте. В свадебном салоне мутант. Так, даже больше никого нет. Смогут не сзади подобраться. Бэкстапчики сделать. Ну, так, ну-ка. Ну, я думаю, с этой пушкой она явно была опасной, поэтому молочко мы у нее заберем и выпьем. Все молока я не пью. Ну, видимо, Букер Дэвид использует. В подвенечном платье убил женщину. Какой же ты, Букер Дэвид, бессердечный мужчина. Что же делать? Так, а вот здесь вот у нас... Ну, предмет шляпа, фактор внезапности. Шанс 50%, что противник получит урон от пуль в виде воспламенения, поражения током или заморозки. А вот эта вещь очень даже хорошая. Что там у нас? Шляпа какая сейчас? Дурной глаз. А, но я прицелом все равно не пользуюсь, поэтому давайте вот эту вот штуку. Фактор внезапности используем. Так, мне кажется, я здесь еще не все осмотрел. Кто это?
Там кто-то есть? А, вон они. Понял. Тут вальс Мендельсона играет. Да, я знаю. Тихо. А вот это вот классно. Ну где ты там, тварь? Ау. Готово. Блин, правда, патронов уже, ну, в смысле, зарядов уже к нему не осталось. Эти гады понад... приходили. Так, я там поднял вроде голософон, да, Элизабет? Ну иди сюда. Сейчас мы... Вёртка, это трындец. Ну что? Избиение младенца в очередной раз. Ну и вроде всех мы уже оприходовали. Со здоровьем беда, патронов кот наплакал. Я так по нему понял теперь, чего я горю порой бывает, потому что оружие перегревается. Отмыку мы получили. Хорошо все-таки этих Саб-Зиро убивать, потому что за них отмычки дают. Так, ладно. Здоровье вроде бы там, да, медикаменты есть, мы можем это использовать немножко. Где еще одна? Где? А, вон, ага. Вижу, сейчас мы это дело. Так, еще сейчас отмыку используем. Ох. А это что? Что, хм? Что-то нашла там. Так, давай сначала вот это. Там какая-то книжная лавка. Туда мы тоже сходим. Что у нас тут? Ерунда всякая. Ничего полезного. Минус Ева нас это не устраивает. Говно только одно. Так, аудиозапись. Так, я вроде еще ту аудиозапись не послушал. Небольшое подспорье. Эдит Креншу, это, наверное, та, которую мы замочили. 6 февраля 1952 года. Место — свадебный салон. Вот Франклин. Взял бы, сел в углу, да и почитал спокойно, как я в детстве. Не дай бог, что случится, а он и воз не дует. Доктор Узрем прописал плазмид, мол, в помощь маме для улучшения внимания. Я слегка засомневалась. Но стоит хоть на секунду расслабиться, и этот ребенок убьется насмерть. Сейчас убилась насмерть мамаша. Так, давай второй. Еще один. Посчитаем. Наблюдение номер 17. Ян Сушон. Ага, хорошо. 14 октября 1958 года. Место — гарантийный отдел. Наблюдение номер 17. Неизвестный феномен. Представляет собой странное мерцание, через которое видно мужчины в чудных шляпах, женщины в пышных платьях, парящие здания. Может, это окно в другое измерение? Временной портал. Что нам готовит Эйнштейн? Единственная причина для этой Земли, чтобы все случиться одновременно. О, не случится одновременно. Сушон, ты не умеешь разговаривать. Так, Ева. Конфетки. Конфетки. Ага, хотели выманить девочечку отсюда, но не получилось. Конфетки-бараночки ей тут раз выбрасывали. Ага. Ничего, мы ее сейчас выкурим. Мы ее сейчас нахрен выкурим. Грузовые крюки вот всплывают, вечно эти подсказки. Но иногда же они помогают. Я бы их, конечно, уже давно бы отключил, но... Но! Еще, может быть, сходить за пульками? Что у меня там с деньгами? 122, нормально уже. Так. Там кто-то есть. Мне надо сходить подзаправиться, а то амуниции вообще никакой.
Пускай подгрузится. Надеюсь, здесь никто не появился. Не балуйтесь мне здесь. Так. Боеприпасы для ручной пушки прикупим и для вот это. А как я это... Все, сейчас все в порядке. Боеприпасы здесь недорогие, поэтому можно спокойно покупать без проблем и без забот. Давайте завалим тех дружков. Может, грузовой крюк пригодится. Мы тогда сразу на них. Опача! И все. Эй! Пускай между собой там разбираются. А, он просто так не хочет. Да. Вон, беги, разбирайся, там твой друг. Поджарил. Так, где там еще кто? Кто еще там хочет погреться? Кому холодно? Кому, я спрашиваю, здесь прохладненько стало? А? Так, наверное, лучше сверху зайти. А, о! Так. Как говорил, я люблю этих друзей, потому что у них есть отмычки. Так, ладно, продолжим дальше наше изыскание. Что тут? Самурай. Как походит? Йо-хо-хоу, говорит Элизабет. Медикаменты. Твою мать, иди, самурай, разберись. Ни хрена не разобрался. Так, а эту хрень-то мы можем, наверное, заморозить, да? Давайте попробуем. Ну. Так, и попробуем ее. Попробовал, блин. Чё ты убегаешь? Вот так вот, наверное. Самураюшка. Какой-то бесполезный ты чувак. Я не знаю. Так, узовой крюк. Ладно, пока побегай. Пустая турель. Тут пешник. Который явно от этой турельки получил. Это что такое? Это что за нахрен? I'll wait down here. Тут же какая-то херня должна быть. Я не понимаю. Ну ладно. Чё я вообще сюда пришел? Отмычку поднять? Ничего, не просто так. Да я что-то не вдумал. А, тут проход. Типа там бы я его не прошел. Понятно. Так, ну с патронами вроде более-менее пока нормально, то есть не будем. Так, автомат у меня вообще полный. Да они с какой-то хрени такой полезной стреляют, честно говоря, сносят на раз. Ну с пулемета что они стреляют. Ну с автомата в смысле. Эмпирицизм. Самооптимизация. Паразитизм. Искусство. Что, такие надписи. А, ну так вот же, закрывачка. Закрываем очередную закрывачку. Ну все, у нас нормально. Так, ладно, ребят, я думаю,
Последнюю закрывачку мы... Да, у нас последняя осталась. Последнюю закрывачку мы уже закроем в следующей серии. Тут достаточно, и так было до хренища экшона. Всякого полезного, интересного. Поэтому заканчиваем эту серию. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.